Всем привет! Мы продолжаем играть в Farmer Simulator 19. И сегодня мы рассмотрим карту Welcome to Osik. Вот. Ком будет немного мне подвисать, поэтому это его выпендрёжи. Как видим, FPS здесь у меня, по крайней мере... Ну, у меня просто FPS, видим, проседает, потому что у меня еще стоит на загрузке фоново. Обновление ЕЦ и плюс запись. Вот. Карта, друзья, как вы видите, большая. То есть, небольшая, но полями своими. Видим, здесь такой вот... У нас карта такая вот приветствует. Вот. Ну, плюс у меня еще стоит Google Company. Вот, значит, друзья, производств здесь нет. Сразу вам говорю. Производств здесь нет, и карта весит 1 гигабайт. Это мы на каком-то вокзале или что? Не пойму. Так, давайте посмотрим, друзья, на карту. Карта вот такая. Большая. Вот. По ценам, по полям здесь, то есть от такого... За такое маленькое, друзья, поле бы я не отдал столько, 96 тысяч. То есть здесь от 96 тысяч поля и вот до 2 миллионов. То есть, видим, здесь автор переборщил с ценой. То есть, автор немного переборщил здесь с ценой. Даже очень. По культурам у нас есть здесь дополнительные культуры. Вот. По контрактам тоже. Но контрактов пока не так много, как есть. Вот. И карта довольно такая вот, друзья, живая, я так сказал. То есть, видим, всего такое. Местная учительница пошла. Фу, вот. И, друзья, я так бы сказал, что эта карта немного польского вида, видимо. Домики такие вот. Башня с Фельдбруна. Я так предполагаю. Ну, трафик стандарт. Кредиторы, которые обдерут до липки нас, если мы к этому кэш подойдем. Вот. Ну и, пожалуй, давайте. И у нас нет, друзья, ничего. Особенностью этой карты, друзья, является то, что вот у вас нет ничего. Ни участка, ничего. То есть это новый фермер. Друзья, и это новый фермер. Вот, то есть вы можете спокойно себе начинать с нуля и поехали. Вот, давайте пока поперемещаемся. Вот это что? То есть, видим, чтобы вы знали, тупо у нас ничего нет. Ни в гараже, ни в аренде, ни в собственности. Вот, все по стандарту, ничего нет. Карта на английском языке и на польском есть, поэтому, кто знает польский, я вот тут. Ставьте на паузу и можете прочитать. Вот. Далее, здесь что? Вот это так понял. Давайте перепрыгнем. Всегда там, да? Прикупщик живут. Вот. И у нас даже есть два прицепа. Ну, как бы это варенье. Или не варенье, но... Есть, друзья, такая фишка на некоторых картах, что у вас нет этих прицепов, но они как бы здесь стоят. То есть вы взяли... Вы подъехали, взяли прицеп, попользовались и поставили. Вот, то есть, чтобы не арендовать. И это плюс. Это плюс этой карты и этих карт.
А, вот даже три есть. То есть раз, два и три. Три. Интересно, вот это что? Я так, друзья, понял, что здесь строить участки можно. То есть вы этот участок покупаете. Он тут недорогой, всего лишь 26 тысяч. И, пожалуйста, стройте. Вот. Good, please, good, please. Ровные участки, мы можем даже здесь производство, друзья, попоставлять. То есть, все для вас, как говорится, все для вас. Вот. Поля такие тоже. Вы можете, например, этот участок купить, его продлить даже, я не знаю. Можно или нельзя, но... Продлить точно можно. Видим, здесь фабрика картона, что ли. Давайте мы, друзья, отключим автосохранение, вот, поставим выкну, пока что. И здесь у нас свекла. Что ж, интересно. Я упал, друзья. Мне кажется, вот скоро начнут эти экскалаторы все это двигаться. Вот экскалатор, этот погрузчик загружает в фуру эту, в сканию, в прицеп, и они выводят. И здесь, друзья, еще ходит поезд. То есть два поезда, а не два. Ну, я так уже думаю, что уже почти на всех польских картах уже есть эти поезда. А вот, и посмотрим по точкам продаж. У нас их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. 12 точек продаж, то есть. Можем даже пересчитать. 1, 2. Двенадцать точек продаж. О, еще один, друзья, поезд. Мы на него можем сесть? И он работает. И мы на него не можем сесть. Какого? Можем с той стороны. Нет, просто на него не можем сесть. Ну да ладно, 12 точек продаж. И... Мэл. Мил. Опять же, карта не переведена на русский язык, но я думаю, в будущем это исправят. То есть, карта вполне себе играбельна. Видимо, у меня более сейчас плавно 20 FPS мне показывает. Друзья, вот. У вас, наверное, будет все 60 показывать, если у вас компьютер мощный. А то и 70. Но 20 FPS у меня эта карта, по крайней мере, выжимает. Вот 20 FPS. Как у вас будет, я уже не в курсе. Это все зависит только от вас. Вот. Давайте еще посмотрим.
Вот это что? Я бы еще хотел посмотреть на биогаз. Кстати, объект, друзья, с керосиновки. Вот этот, походу, объект с керосиновки. Я помню, я на ней играл. Элеваторы видим. Ну, видимо, здесь какие-то трубы огромные. Что-то даже по ним течет. И они куда-то сюда ведут, да? Ветер шумит. Вот. Хорошо. Дальше. Лесопилка, в принципе, у нас стандартная, да? Ну да, лесопилка у нас стандартная. Магазин. Давайте посмотрим. О, так это ж то, что надо, магазин, гляньте, под классовскую технику. Вы поняли, друзья? Вы поняли? Короче говоря, они под классовскую технику сделали магазин. Ну, короче говоря, зачеты. Компьютере тоже, ну, нормально. Вот, пока не карта мне нравится, но для идеала, конечно, не будет. Непонятная, друзья, культура. И, видимо, здесь поработали с освещением. Или оно так и было, но я что-то заметил, что здесь изменено что-нибудь. И лес, друзья, лес. Такие бигборды. Вот далее у нас идет с вами, друзья, лес. Можем посмотреть, сколько лес у нас тут будет стоить. Вот 148 тысяч у нас здесь немного леса. Вообще лям. А вот. Вот это что? Это мы здесь. Вот, для производства здесь нет. Биогаз. Ну, друзья, стандартный биогаз, как на Фельсбруне, только... Это биогаз стандарт. То есть здесь даже изменений каких-то нет, то все то же самое, даже мелочи, даже вот эти трубы тоже были, вот, да, даже, друзья, ничего такого, вот минимально ничего не изменили. Вот эти гаражи как были, так и есть, даже они не открываются. Но это все, друзья, есть мод на чтобы убирать объекты. То есть, например, вам хочется вместо этого бесполезного ангара поставить какое-то производство. Подходите, нажимаете H, и у вас оно убирается. У меня пока этот мод не стоит, но его поставлю. Вот. А, и сколько же биогаз у нас здесь стоит? Полмиллиона биогаз. Не напасешься. Вот. И так понял, что это что такое?
Такие вот еще на лесопилка похоже. Да, еще на лесопилка. Хотя, друзья, видим, производств здесь нет вообще. Вот, то есть тут Google Company не надо, техника тоже не надо. Он может спокойно себе с нуля начинать и закупить себе нужную технику. Видим, здесь тоже, друзья, есть лес, и он, друзья, стоит, будь здоров, 967 тысяч. Да, да, на лесе, похода, здесь не заработаешь, только убытки получим. А далее, друзья, что еще мне вам показать? Здесь 120 полей. 125. А то и больше. Но карта здесь видим как очень большая на коуп. То есть вы здесь, пожалуйста, можете купить эту карту здесь. Вот, покрасить этот участок. И что-то здесь, пожалуй, на, вот тебе, строй. Проведи себе здесь дорожку, и вот тебе, пожалуйста, карта. У тебя, пожалуйста, участок, ферма ваша. Вот, конечно же, друзья, карта большая. Как я понял, сделана уже по реальной местности, но... Да ладно. В принципе, все. Показал это, что... И вы помните еще с карты Новгородовка, когда она была? Было здесь такое вот строение. Вот это идет как мод. То есть вы сюда подъезжаете и покупаете здесь вот. Считайте, что покупаете. Вот. На паузу можете поставить. Да. Карта, вот видим, даже селение, сельцо есть. Карта атмосферная, то есть видим, здесь у меня в селе 18 FPS. 19 даже, то есть, ну, друзья, здесь реальная игра. Если у меня 65 гигабайтов мода и сколько там FPS, то у вас вот будет даже больше FPS, чем у меня. Сельцо видим такое вот вообще атмосферное. Я аж испугался, скример ее напал. Собака гавкает. Вот, конечно, с звуками здесь немного переборщили. А остановка, остановка, то есть, пожалуйста, Надя, забирайте меня, я еду в другой сел. Вот, и так далее. Вот, в принципе, друзья, на этом все. Показывать вам больше здесь нечего, мы везде побыли. Вот. Карта весит вот, точно или 900 или 700 мегабайт. Я уже забыл. Эта карта у меня уже давно скачана. Вот. На этом все, друзья, в принципе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, встретимся с вами в следующих частях, обзорах, стримах. Всем удачи и всем пока.